самого утра на станции переливания крови шумно и многолюдно. Здесь отмечают Международный день молодого донора. Более 100 человек уже пришли сдать свою кровь. Некоторые из них пожертвовали средства, которые получили на лечение Виктории Купеевой. «Мы не проливаем кровь, мы ею делимся». Этот слоган известен уже многим в России и за ее пределами. Северная Осетия не стала исключением. Молодежь республики активно подключилась к акции, главная цель которой – спасти как можно больше человеческих жизней. Подобные акции у нас проводятся часто, и это очень радует, что в последнее время вот очень много у нас таких акций проводит. На сегодняшний день вот инициатором этой акции благотворительный фонд «Быть добру». И очень приятно, что столько молодежи вот они привлекли, и как больше у нас будут таких инициаторов, поверьте, то наша республика, наверное, избавится от проблемы, от нехватки крови, то, что мы уже давно испытываем. Международный день молодого донора проходит уже в пятый раз. Впервые акция стартовала в Нальчике по инициативе общественной организации «М-Драйв». Тогда по Северокавказскому федеральному округу крови сдали свыше 500 человек. Донорское движение продолжает активно развиваться и в Северной Осетии. Об этой замечательной акции я узнал из социальной сети ВКонтакте. Было размещено объявление в группе юрфака, и мы всем факультетам пришли сюда. Ну, акция на самом деле замечательная, а кровь я сдаю в первый раз, вот сейчас вот стоим в очереди, потому что людей огромное количество. А акция, ну, невероятно важна, я призываю вообще всех людей, всех молодых людей в этот день донора, и не только молодых, прийти сюда, сдать кровь и помочь людям. К акции уже подключились Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Владивосток, Ставрополь, Чебоксары и другие города России. С большим желанием кровь сдают студенты североосетинских вузов и представители общественных организаций. Преодолев страх, ребята с радостью становятся донорами и призывают других участвовать в акции. Всем советую сдавать кровь. Это отлично, море эмоций. Донорское движение среди молодежи Северной Осетии набирает обороты. В пропаганде здорового образа жизни активно участвуют волонтеры, общественные и благотворительные организации Северной Осетии. Уже более 120 человек пришло на станцию, чтобы сдать свою кровь. По поводу акции хочется сказать, что акция «День молодого донора» проводится во всех субъектах. И мы планируем, что самое активное участие примет наша республика. Также хочется отметить, что впервые наша организация «Быть добру» поддержала эту идею. И мы хотим дальше заниматься донорством, так как проблематика нехватки крови и так далее существует в республике. И одно из наших направлений с сегодняшнего дня будет донорство. День донора крови отмечают в 192 странах мира. Стать донором может любой здоровый человек, достигший 18 лет. Этот действительно особенный праздник дает повод еще раз задуматься о ценности человеческой жизни. Залина Губурова, Алан Гасанов, Осетия ТВ.